Еле капот закрыт. Пока еще до, будет называться до и после. Мужчины. Ты нас, конечно, бросаешь. Я не бросаю вас. Я просто с вами. Вы там заменяете дом. Вы помните, по личкам. Шептать будем на ушко, вон. Нам на ушко. Нам ровно на ушко будем шептать. Флагами выйдем. А я подъеду. Как ты, блядь, ты его прям в окно туда потащишь. Сейчас не будет удобно. Здравствуйте. Путешествие комфортно и удобно. О, привет. Вот еще члены команды подтягиваются. Привет. Это у нас пересадное авто. Коньяк. Чивас 12 лет. Коньяк. Говорят, что лошадей на переправе не меняют, но мы будем ломать этот принцип, да? Нужно такой же, да? Тебя как зовут? Тёмка. На море едешь? Купаться будем? Ну, только в море. Виктор, как настроение? Вообще. Так как перед рывком было. Думаю, что сейчас попадут в какой-то полет. Длительный. На встречу на рынке. Естественно. Он получил полное право распоряжаться. Опа-на! А вот и они. Ребята, вы из Голландии? Как там? Как там в кофешопах? Опа, а вот это тоже видишь? Подружки, вы чё? А я же был когда в Испании. Кстати, вот, есть южного кент, который знает, как за 2-3 месяца набирают они 10 килограмм. А, красавцы, хорошо. На биодобавку, да. Ну что вы, черныши, как дела? Молодцы. Такие активные. Красавцы. Так держать. Надо запечатлеть. А вот маэстро этого хозяйства. Руководитель голландской бригады Дон Педро Кадрионе, жена члена мафии.
Голландия forever. Где курочки? Да, курочки, это тоже хорошо. Доброе утро. Да, доброе утро, Светлана. Что уже, допили бутылку виски? Да? Только что ж полная была. Куда вы их деваете? Танцуй, мальчик. Сережа, а слушай, вы нашлись вообще? Важно. Малыши, карандаши. Будем купаться? А где у нас? Монстр Брандау. Этот мир придуман не нами, это
морали. Тинкала, скинкала, косекла морда. Забурла капацина, чеки метро, по асфальту, голой жопы, дрезы, губы, лайки. Мы с лежами так звали. Не гинеколог, но могу посмотреть. Что надо ей, все, что надо.
вот. Ну, Яна, давай себе другое исполняй, я здесь зарядил новый. Давай, да, давай. Серёж, поехали. Поехали.
Здравствуйте, братья мои. Наконец-то доехали до тебя. Привет, привет. Едем на языку. Которые пали во время, во имя, вернее, удовлетворения пивных записок. Очень потребно. Что, со стаканчик идешь? Я не женат, и все хорошо. А дети откуда у тебя?
От прекрасных браков и от любимых жен. Ну так правильно. А ты лишь ни разу женат не был. Два раза женат. Олег, ничего лучше семьи в жизни нет. Ничего на свете лучше нету. Нету. Да, лучше кайфа нету. Только лучше кайфа нету. Где твоя рюмка? Вот твоя рюмка, ты не против? Не против. Скажешь, когда? Спасибо. Я думал коньяк, что только не надо. А, коньяк? Не-не, действительно. Плохо мешает. Коньяк. Нет. Сколько? Ну что, одна единственная женщина в нашем коллективе. Вы даже является украшением. Даже не уделили внимания ей, да. Просто боимся. Вот такие вот все гусары. Нет, то, своим излишним я вниманием. Хотел бы. На тебя слушаю. Я поговори. Поэтому украшение любого стола. Всегда. Что там, зависло? Ты зависла. Я не буду. Вы меня сбили с мысли. А я не могу просто сказать, потому что то, что я хочу сказать, я сам не пошел сказать. Не для лишних уже. Ну не то, что для лишних, просто идти. Ну шепчи ей на ушко, вы уже. А вы просто за красивую девушку. Ну правильно. Не просто. Я говорю, для абстрактно ничьих женщин можно говорить. Когда женщина чья-то, лучше, чтобы человек, который чья она. Чтобы она тоже была ничья, да? Я продолжу. Чтобы в любом случае. Чтобы в любом случае. Вы цогаться будете. Ты аж заплакал. Мы уже подплакали. Слезу проронил. Чтобы ты была, знаешь, чья ты хочешь. И чтобы тебе было хорошо, с кем ты хочешь. Это хороший тост, будь я простой. Блин, отлично. Вот, за это и выйдет. Да, музыка. Женского счастья. Ты себе его представляешь. А я выпью. Еще чуть дальше продолжу. Она за того, что с кем мы хотели, да, я помню, как сказал, а я за то, что сколько с кем она, того сколько, сколько он хотел. Еще раз постолько же. То есть ты с кем бы ты захотела, а я бы за того, с кем бы ты захотела, чтобы у них было столько, сколько он захотел. Ну, Олег такой, добрый сумасшедший, да? На просьбі 20-ї годиною хочу вам сказати, ну майже бай-бай, але все одно. Давай, 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 давай,
что мы жили. Мальчик пока молодой. Да, музыка. Ну давай, подождем, пока будет. Да, он же сразу под это сейчас взял. Раз. Большая рука. Да, мелочи больше, да. Я думал, уже не будет повода включать камеру сегодня. Ну видишь. Да, все, о, все всегда есть. Назовем этот вечер «Проводы Олега». А ты что за мной не возьму? А взял в сумку, как так получилось. Борщу готовимся, да? Я не помню, где грань была, встреча и пробы. Говорит, все, братуха, буду бросать буханки. Чего? Ну ты помнишь, Сич, ты тоже провожаешь Олега, да? Как я, моя собака? Вообще, ну ты знаешь, я твою собаку просто люблю. Вот мне нравится Стаффорд, но... Олег, как прошли каникулы? Двухнедельные. Понифации. Понял. Ветпустка. Как прошла ветпустка? Я объяснял мультфильм «Каникулы Бонифации». Да. Да? Когда лев приехал, то не говорит. Не, не вспомнил этот мультфильм. Вот. Все веселятся, и вот он уезжает. И все его провожают. Вот эти без этого мультик Сереза. Ну, будем сегодня тебя Бонифации называть? Мы с Серегой можем вообще так. Без слов общаться. Ну вы не поймете, да, о чем мы улыбаемся, подумаем. Как всегда все. Амиго. Амиго. До встречи после борща. Ну, по 50 грамм, наверное, надо. Может точно идти. Для проводов больше все, все готово. 50 грамм это не больше. Да. С морковочкой, с грибами, плюс шампиньонами. Ну что, маэстро, наконец-то получилось. Да, наконец-то этот день наступил. Наконец-то вы увидели эту шурпу. Да, это гастроли Бородинейра. Филиал. Молодец. Молодец. Респект. Будем потом посматривать вообще. Я тебе говорю. Да, там на хуй хуев не ломал.
Да, сколько мы? Три дня ждали? Мы себе. Два, ну, зато мы вчера ели борщ. Согласен. Морковка, помидоры, картошечка. Первый пошел. Первый пошел. О, я первый, отлично. Ой, как оно выглядит. Просто один вид возбуждает. Знаю, видите, что вот это она значит настоящая. Не тем он занимается. Да, вижу, я не за это сказал. За вас. Это ж мог быть хобби. Это, наверное, по отдельности все готовится. Ходить тяжело, не понял. Ой, я вообще сопла. Какое, да? Ненавижу. Теперь я видел, начинаю больше исследовать. Я так не знаю. Я всегда так говорю. Красоте. Заканчивай. Конец первого серии. Конец первого фича. Беби кондина. Он улетел, но обещал вернуться. Бадди Уан. Бадди Уан.